сейчас я буду делать что-то... Что-то непристойное я буду делать. Как у меня корабль офигенный, а чё ты... А, вот, глазик есть. Так, у меня 200 тысяч. Чё там по заданиям-то есть? О, разыскиваю. Это мы сейчас выполним, да-да-да. Сегодня я хочу попробовать сделать, наконец-то, уже какой-то флот. Что-то похожее на флот. Вот, доберитесь до станции. А покой, простите, хрен. А, просто так. В систему Гамма. Отправляетесь, охотник, на фракцию Кабала Солнца. Но это, да, это вот здесь. Это надо там туда ехать, в жопу себе драть. В общем, давайте доберемся до сюда. Потому что надо сделать деньги. Деньги сделаем, потом задание наберем, будем кого-то бить. Возможно, ногами. Давай сюда заскочим, ладно, уговорили. О, привет! О, привет! Рубилова сейчас будет, походу. Вот так встану я. Будет хорошо, прям больно кому-то будет. О, да. Че у нас тут? Да это говно какое-то, ну что за фигня. Они не издеваются, давай нормальные корабли мне. Здесь должно быть опасно. Я требую опасность. Стреляем, граждане. О, там ракеты полетели. Все, до свидания. Так, мы, естественно, это все безобразие забираем. Это все мне очень надо, я это все коллекционирую. Да, собираю. Так, всем привет, товарищи, кто подключается. Ребята, кто ВКонтакте, вы там как-то авторизуетесь, потому что айдишники читать не очень удобно. Вот. Вот Макара я вижу. И Уникью вижу. Севен... ну, короче, ты понял, да, я про тебя. Вот. Айдишники непонятные, как читать. Спирт, здорово. Коля, привет. Вазовский, привет. Серега, привет. Всем привет. Сейчас они соберут. Все? Нет? Все нет? Нет, не все. Собирайте труп, ребята. Давайте, он нам очень нужен. Мне кажется, разработчикам надо добавить возможность, типа, как это, отсрачивание отправления. Ну, типа, например, как пока у тебя все твои, значит, астронавтики не засунули свои задницы в корабль, ты не можешь отправиться куда бы то ни было. О, привет. О, привет. Не дают мне долететь, короче, денег получить. Приходится сражаться. Вот прикиньте, как. Ужасно, ужасно. Привет, словесиныры, привет. Всем привет. Нас уже 10 ВКонтакте. Обосраться. Вот это успех. Ой. Вот это тоже успех. 4 корабля, 2 из которых, походу, хотят лицо мне бить. Так, тихо, подожди. Вот этого бить будем первого. Что тут у нас? Что-то очень, очень простое, да? Я немножко замедлю процесс. Сейчас надо вынести ему кабину, и он успокоится. Все, он успокоился. Кто у нас тут еще? Вон там какой-то второго уровня. А, это платформа. Здесь, походу, база их. Ладно, сейчас мы разберемся с этой базой. Но сперва мы должны разобраться с этим кораблем. Чего у него тут есть прикольного? Здесь люди живут. Я думаю, надо вот так вот сносить, а потом уже... Вот сюда, наверное, бить. И нормально будет вполне. Все, залп пошел. Вот и нет у тебя оружия больше, говно. Да, лазеры, конечно, классная штука. Все, все у него разворотили, граждане мои, стрелки. Что, убьем, не убьем? Давай, ребята, там, я думаю, что уже кто-нибудь хочет присоединиться к нашей вечеринке. Так, это мы собираем все тут. А второй, где я его развалил? Не пойму. Где-то я его... А вот это что такое? Это остров. В смысле, астероид, да. Ладно, собираем, пока никто не подлетел. Потом будем вот эту платформу выносить. Она что-то тоже довольно простая, но у нее есть ионная пушка с призмой. Опасность на каждом углу. Есть настройка, что он сначала подберет весь экипаж вне корабля. Слушай, это наверное в настройках надо лазить. Я вот здесь вот такого не нашел. Есть вот направление полета. Можно, кстати, боком летать. Как вам такое дерьмо? Ну да, тут проектировщик я. Все, теперь все будут знать, кто этот корабль создавал. Если спросят, вы скажите им. Да. Ионная призма, дай мне сил. Вообще-то лунная там была в спирт.
Вот, я подушню немного, ты же не против? Там, по-моему, кто-то появился только что. Где? Где? Да насрать где. Давайте выносить платформу. Что-то тут, по-моему, вообще как-то все очень плохо. Целимся сразу в реакторы и нормально. Здесь, походу, база пиратов или что-то похожее. Поэтому... О, он повернулся. Ладно, выносите пушку ему. Черт, да. Да, это было быстро. И это я тоже забираю, потому что, черт подери, вы понимаете, я же космический стервятник. Кощей, спасибо за элик. Айди, блин, ребята, вы как-то? Вы как-то авторизуетесь. Я не могу читать айдишники, это не новая серия, это новый стрим, понимаешь? Новый стрим. Новый стрим, это лучше, чем серия. И серия, кстати, тоже неплохо, да. Ауктар, спасибо тебе. Так, надо ускорить процесс, пусть они это быстрее выковыривают. Если есть настройка, было бы неплохо. А это не то. Может, действительно? Настройки. Наверное, в разном, да? Нет? Это не то. Текущая игра. Продвинутые настройки. Ненавижу исследования, ненавижу сбор отходов. Только сложность можно поменять. Может, в игровом процессе. Ориентация не то. Друг и враг. Я не вижу, короче, здесь. Наверное, надо покопаться подольше, но я просто не хочу время тратить. Мы сейчас пойдем пиратам базу выносить. Это явно какие-то платформы, поэтому это будет весело. Там еще сзади кто-то идет. Но он вроде френдли. Френдли — это хорошо. Дебастас, привет. Да, конечно, выйдет. Работает стрим. Конечно, работает, Остриков. Ясное дело. Стрим работает. В реактор ему вдарите, пожалуйста. Все, до свидания, платформа. Блин, надо придумать какую-то возможность быстрого сбора, я не знаю. Какой нужен экипаж, чтобы быстро высасывать эти замечательные корабли? Ну, они, в общем-то, и так довольно быстро работают. Но... Или не но. Там есть какой-то луч, который ведет нас к победе. Но им, по-моему, только корабли можно буксировать. Нельзя там собирать что-то им. Повысь сложность. Да, чтобы меня вынесли, спасибо, я уже подыхал. Когда учился умирать, я уже это отлично делал. А это что такое? Пусковой модуль для мин и ракет. О-о-о. Ой, что это там полетело-то? А он меня не вынес щиты, кстати. И этот тоже. А нет, вынесли, да, оба щита. Ну и он, по-моему, тоже все. Это мы забираем. Осталась одна... А что-то нету базы-то. Получается, одни только платформы. Ой, я кого-то забыл. Твою мать. О, какой ужас. Какой кошмар. Быстрее спасать нашего дебила. Прости, дружище, не заметил. Я был сконцентрирован. Хорошо, хоть у него кислородик еще не кончился. Ха-ха. Никому не говорите, что я так сделал. Где эти останки? Вон они. Все, забираете, нет? Тормози, а то мимо пролетим. Тем временем у меня 72 человека на корабле. Неплохо так. Прям неплохо. Но нужно выполнять задания, потому что рейтинга мало. Нужно больше рейтинга. И вот это надо собрать. Не, Капитан Марвел. Я не хочу быть как Капитан Марвел. Говно, это отвратительно. Странно, смотрите, есть куски, но я почему-то их не могу собрать. Ребята, нахера вы вылетаете раньше прибытия? Вот тупые, а? Вот тупые. Забираем, короче. О, вот этот трек мне нравится. Вы слышали эту музычку? Я думаю, что не раз. Он прикольный прям. Прям прикольный. Во, теперь могу. Видали? Процедурные щиты. Надо с щитами что-то делать. Может, их вынести на один блок вперед, тогда они станут... Не знаю, короче. У меня вот мертвая зона здесь. Я ее, конечно, забронькал, но она меня бесит сильно очень. Да. О, какая музыка, какая музыка. Буду слушать ее перед сном.
Ну и чё, и где? О. Прилетай на борт уже, спасибо. Все, полетели. Надо посмотреть, что там. А, Александр, привет. Вандалику, здорово еще раз тебе. Качество видео довольно хорошее. Но это хорошо, это хорошо. Так, вот тут еще какие-то обломки. А это я сделал вообще, нет? По-моему, станцию-то кто-то размотал без меня. Ну ладно, я соберу тогда. Довольно богатое место. Мне не очень понятно, зачем они тут станции понапихали этих блокпостов. Все забрали. Так, ну чё, надо лететь дальше. Маяки, аяки, вот сюда мне полетели. Получим немножечко денег и, может быть, даже пару заданий возьмем. Я хочу накопить 500 000 и построить какой-то корабль. Потому что сейчас, если я построю, у меня, скорее всего, не хватит на экипаж денег, потому что каждый наем нового человечка стоит прям дорого, короче. О, классная станция. Так, не туда. Звоню. Алло. Здравствуйте. Деньги давай. Спасибо. 2000, что-то маловато, конечно. Так, зачистка пояса астероидов. Всякие зачистки, зачистки. Охотник за пиратами. Уничтожьте пиратов-бродяг. Вот это я возьму. Прям сразу же. Они тут пока ползать будут, я их буду убивать. Вот. Зачистка пояса. Я, по-моему, это уже выполнил, но... Нет, не выполнил. Ну ладно, мы это тоже возьмем. Охотник на фракцию. Вот это стрёмно брать. Можно прям вот поднасрать себя знатненько так. Вот смотрите, если я сейчас пойду в магазин... Кстати, давайте продадим мое награбленное. Вот это все для вас. Все для вас, ребята. Все для вас. 40 тысяч. Надо только развернуть с жопой, чтобы удобнее было... Только не долбани станции. О боже, он никогда не научится разворачиваться. Либо надо движки на морде ставить. Ну ладно, заработаем и хорошо. Привет, тут дело не в авторизации. Логин из ВК не импортируется, нужно его заново вбивать. А, Сноубен, понял тебя. Ну, в общем, короче, имейте в виду, потому что по дефолту почему-то там вместо ников айдишники. Я просто первый раз поэтому не шарю. Нас там уже 15, обосраться можно как много. Я уже обосрался. Простите. Так, ладно, пока они выковыривают. Что там по заданиям? А, пояс астероидов вот этот нас интересует, чтобы зачистить его. Охотник за пиратами. Это, по идее, тоже должно как-то буститься при уничтожении пиратов. Ну и надо посетить одну систему, но я, наверное, сначала в этой полетаю. Что нам прыгать из системы в систему? Хотя отсюда, по-моему, есть прямой доступ. Да, можно напрямую сюда прыгануть. И будет хорошо. Единственное, только у меня, по-моему, недостаточно топлива для этого. Да. Сейчас я позвоню. Я вот что подумал. Может быть, мне упороться немножечко в технологии. Фабрика снарядов — это прекрасно. Это пока нам не надо. Вот конвертерный цех я хочу попробовать открыть и попробовать подобывать. Но это, наверное, будет на отдельном корабле, который будет типа буровик, а мы на этом будем прикрывать его. Да, космические дальнобойщики, смотрели? Вот будем туда целиться. Жалко, нельзя вот такой же корабль сделать классный. Ну ладно, летим. Летим в поезд астероидов. Привет, Макар, да, я тебя вижу. Будешь ли ты сетевую игру здесь тестировать? Да мне, в общем-то, не особо есть с кем, к сожалению. Вообще, я бы поиграл, конечно, по сетке. Это довольно интересно будет. О, привет. Надеюсь, мы его догоним. Давай-ка на перехват. Жми на полную. Мы не догоняем, по-моему, его нифига. О, нихера. Вы что, угораете? Чего вас как много-то? Так, ладно, идем сюда. Вот к нам идут уже. Надо встречать. Посмотрите на их скорость, а обосраться? Что ты такое? Призма, дающая тебе силы, будет незамедлительно уничтожена сейчас. О, ему кто-то из своих в жопу долбит. Ха-ха-ха, идиоты, тупые козлы. А это как он так далеко стреляет? Его, по-моему, преследуют. Это не в меня, или в меня? Нет, это не в меня, вон в него ракета летит. Чувак, я тут как бы ни при чем вообще.
О, смотрите, какой толстенький. Так, возьмем вот так. Что тут можно вынести? Давайте посмотрим. У него есть щит. И у него есть охренительно классный ядерный реактор, который моя цель. О, это тоже лазерный парень. Он меня понимает. Давайте, ребята, пробудите ему лицо. Меня кто-то пердолит призмой в правый борт. Я вижу, как ты это делаешь. Я тебя вижу, козел. Иди сюда. Да, вот так. Щиты держат, это хорошо. Но надо больше, наверное, щитов. Сейчас у тебя будут серьезные проблемы, друг мой. Вон, у него ракеты еще летают, ты посмотри на него. Упаковался неплохо. Все, давай, покусечки. Это было два. Это было два. Давайте соберем этого парня. Всегда надо собирать твоих недругов, понимаете? Вот. Попробуй прямое управление включить. Да я уже летал, мне не очень нравится. Мне нравится вот послал, посмотрел, победил. Понимаете, вот это прекрасно. А как же твой диагональный друг? Какой мой диагональный друг? О, серьга, ты там и тут, прекрасно. Это просто охренительно, я думаю. Так, что у нас там еще по кусочкам? Вот тут какие-то чьи-то кусочки. Вот надо сюда прилететь, вот это разобрать. Вон, видите, там уже летают эти дурачки. О! О! Ребята, всем домой. Всем домой. Надо вот этого перехватывать. Это ж звездный. Вы дома, нет? Вроде дома. 3, 2, 1. Все, давай. Сейчас мы вот этого убьем. Ну, потому что он близко. Блин, потом главное не забыть, где останки их находятся. Мне же надо всех собрать обязательно, понимаете? Я не могу, я вот люблю собирать все. Что у нас тут? Какая-то, наверное, стоящая платформа. Нет, летающий, ты посмотри на него. Ну, умри тогда. Давай, пока. Все, этот все. Вот нас вот этот интересует, дяденька. Летает он тут. Надо починиться сразу. Я не думаю, что у меня там какие-то серьезные повреждения были. По-моему, они чуть-чуть броню мне покоцали и все. Так, значит, один сдох вот здесь и два сдохло вот здесь. Но главное не обосраться с этим делом, это очень важно. Че ты там из себя представляешь-то? О, смотрите, у него пушка, как у меня. Братюня, я рад, что тебе нравится. Мне тоже очень нравится. Давай, смотри, у меня больше чуть-чуть пушек. Конечно, чуть-чуть. А, прости. Так, это была зачистка пояса астероидов. Я ее выполнил. Давайте его соберем. Там, по-моему, еще... О! Тихо-тихо, давай-давай. Это тоже задание. Потом вернемся. Это же внутри пояса астероидов. Я не потеряю это место. Сейчас мы убьем еще одного пирата. Это, так понимаю, охотник за пиратами. Бродяги вот эти. Так, ну и что ты себя представляешь? Да говно какое-то опять. Опять летающее говно. Давай ему прям в кабину долби и нормально. О, ушел! Ах ты какашечка. Ушел, ты посмотри. Ну и фиг с тобой. Приходи, я потом тебя найду. Не догнать его. Надо больше двигателей ставить. Говнюк. Ограничений, по-моему, по экипажу нету. За ограничения можно считать... Так. А что-то я не могу их опять выбрать. Во. Все, вы выбрали все? Вроде все. А за ограничение выступает репутация. Если репутация низкая, то тебе не дадут просто людей набрать. О, он обратно летит. Он издевается надо мной? Может он в режиме патруля? Я сейчас спущусь тогда, перехвачу его. Сейчас соберем этого дяденьку. Ребятки, давайте скорее. И вот сейчас вниз спущусь. Он, по идее, должен опять появиться. Давайте. Я, по-моему, застрял нахрен. Я опять застрял, да. Сраные камни космические. Давай обратно. Спасибо. Спасибо. Вон летит сюда. Ты посмотри на него. Ну, что-нибудь сделайте уже, пожалуйста, этим камнем. Спасибо большое вам. Стойте, что там происходит?
О, мы вроде побеждаем, или что? Я с такой скоростью еще никогда не сражался, но я победил. А как вам такое дерьмо? Немножко, конечно, меня покоцали, но это не беда. Потери нет? Есть потери! Ах ты тварь, кого-то убили, ребята, у меня. У меня кого-то убили. Один человек потерян был, надо нанять будет. Да. Ну, мой косяк, да, я слишком в себя поверил, конечно. Ребята, вы что, астероид ковыряете? О, я пошутил. Домой летите. Задохнуться еще нахрен. Вот здесь надо собрать тоже останки. Где-то здесь я их убивал. Сейчас соберем. И поедем, наймем себе потерю. Он вроде сам понимает, как облетать это все, но, конечно, иногда не получается. У тебя все движки огромные или средние? По-моему, огромные. О, вот, я вижу. Я вижу свою цель. И ориентир свой тоже я вижу. Давай, вставай куда-нибудь сюда, вот паркуйся, и будем собирать. Этого джентльмена, который помер немножечко. Насколько я понимаю, это огромные движки. Сейчас я посмотрю даже, на всякий случай. Вот, это ж огромный, да? Да, это огромные двигатели. У меня только маневровые сделаны из стандартных. Ну, потому что нет смысла вот эти пупуськи ставить, они такую махину вообще не двинут никуда. Или двинут, но это будет крайне медленно и неаккуратно. Вы же не сдохнете, да, ребятки? Да, 71. Как были, так и есть. Так, еще вот тут дяденька не нуждается в эвакуации незамедлительной. Их, по-моему, уже кто-то пособирал, а? Ну и все, наверное, да. Я думаю, что хватит. Радар заработал. Надо, короче, мне уничтожить, значит, 4 пиратов еще. И я пошел на станцию, продам пожитки этих козлов, получу награду и найму себе недостающих экипажных людей. Ах ты, падла, опять тебя забыли. Опять я кого-то забыл. И он, по-моему, сдох, да? Да, черт, неудобно получилось. Извини, дружище, а что это такое? Я почему-то показал, что как у меня корабль. Ладно, я найму, получается, двоих. Да, Дениска, спасибо за эликсир. По-моему, там ни одного я оставил. О, иди сюда. Иди сюда, сладенький. Сейчас мы его победять будем. Давай. Я сделаю тебе больно. О, вот это классный мальчик, так сказать. Ну, я тебя пробью кабину, и все, и до свидания. Стрельба должна начаться, граждане. Ой, ну вот тебе и раз. И нету корабля больше. Это был еще один пират. Пацаны опять раньше времени повылетали все. Собираем. Вот это еще какое-то время занимает. Расковыривание корабля. Я думаю, что надо ставить буровики. Но мне нужно увеличивать количество персонала. Я думаю, что мало у меня. Персонала-то мало. Надо больше персонала. ВК очень нравится, что нет запоздания в стриме от слова вообще относительно. Трова, кажется, грузит пошустрее. Ну, слушай, это пока. Да? Давай посмотрим, как будет дальше. Пока вроде неплохо, да. 13 человек там. Может быть, еще и от нагрузки зависит. Посмотрим. Летим, пердим и радуемся на базу, станцию космическую. Так, бабленский получаем. Ресурсов продаем. А, вот может мне гипери это оставить на случай прыжка? Че у нас там? Сколько его? 24. Я, наверное, его оставлю. Я не буду гипери продавать. Он довольно классный. Видите, они появляются. Это значит, что станция забита до усрачки. Возможно, тем, что я и продал. А, надо в другой, получается, продавать. И что я еще хотел? А, экипаж.
чуть не забыл, самое важное, экипаж. Вот видите, у меня уже за каждого человека они просят по 1600. То есть за 3 человек 4800. Вот. Это потому что репутация у меня, репутация. Я могу нанять очень мало людей, оказывается. Но экипаж все равно надо увеличивать. Мы сейчас что-нибудь построим здесь, наверное, для экипажа. Сколько мне надо человек? Вот вопрос. Давайте, может быть... Может быть... Это, подожди, гипердвигатель-то не надо. Ладно, я поставлю в другое место, например, сюда. И у нас появится, получается, плюс 4 человечка. Да? Или давайте, может, не надо? Или надо? Я не знаю. У меня сейчас 72 человека на борту. Из них 2, 4, значит 8, значит 16, 32 и еще 2. 34 человека занимаются тупо орудиями. Все остальные таскают. Нет, мне, наверное, все-таки надо увеличить. Хоть на чуть-чуть. Хоть на пару говнючков. Вот. На 4 человечка подняли. Ну, нужно больше людей. Простите, не туда нажал. Все продали, что ли, нет? Ой, смотрите, у меня еще все забито, нахрен. Это значит, что станция переполнена, надо на другую лететь. Ну, давай миссии, хочу миссии. Миссии хочу взять я у тебя. Так, зачистку берем, разыскивается, и тоже разыскивается. Зачистка опять. Короче, я возьму какое-то количество. Давайте начнем с зачистки, как раз туда лететь. Я, по-моему, там станцию перевернул нахрен вверх ногами. Что там происходит? Кто там? Беру, атакую. Попробуем управление. Да я уже пробовал, мне не очень нравится. Мне нравится непрямое управление. О, наконец-то что-то классное. Гляньте-ка, только у него щитов нет. Ой, у него... Ой, да я его... Давайте его разденем. Кто-то мне писал, что в этой игре существуют абордажи. Ну-ка, давайте это дело проверим. Давайте сначала вынесем ему все орудие. О, господи боже. Тихо, не убейте его. Только не убейте весь корабль. Не вынесите мне корабль этот весь. Я хочу абордаж пробовать. Мне нравится структура корабля. Все, тихо, не стреляйте. Да подождите, козлы. Вы что? Да не убивайте его. Нет, не надо. Сука. Ой, все. Кровожадные ублюдки. Замочили. Куда ты опять стреляешь? Они что, идиоты? Ребята, вы что, дураки? Куда ты долбишь? Странные, короче, они. Ладно, разбираем тогда. Ну, не получилось. Да. Ну, может, получится в следующий раз. Ничего страшного. Да, блин. Рим, убирай оружие, а то разносишь вмиг. Нет, я оставлю мое оружие. Что тебе не нравятся мои пушечки? Хорошие пушечки. Мне нужна защита. Это просто система такая простая. Это вторая система только. Если я сейчас куда-нибудь подальше поеду... Что там происходит? О, еще один. Вы собрали все? Хорош. Давайте вот сюда. Его надо перехватывать. Ладно, я понял тебя. Непонятно, как это у него передвигательная история неправильная. Чё там? Нормальный хоть? Такое говно какое-то опять. Ребята, можете дострельнуть-то до него? Ой, какой быстрый, а? Ты кто? О, смотрите. А чё они без щитов-то все, я не пойму. Валите ему реактор. О, они между собой долбятся. Неплохо. Зря он, конечно, на меня решил. Так. О! О! Иди сюда. Так. Там у нас еще сколько целей? 2, которые идут ко мне. Это хорошо. Я рад. Я рад, что они идут ко мне. Правда, они без звездочки. Хочешь повоевать? Давай повоюем. И тебя вон друг твой сзади херачит. О, он, кстати, мощный. Вот эта бронь, это не броня. Можно ему кабину вынести. Легко вообще.
Все, вынесли его. Мне даже починиться пришлось, ты посмотри. Так. Походу, успокоились все, да? Я не знаю, смогу я все это собрать за один раз или нет. Ребят, собирайте, короче. Как сможете, так собирайте. Куча ресурсиков. Я люблю ресурсики. Абордаж не получился, конечно. Потому что я слишком сильный. Я молния. Но все равно было весело. Народ не потеряли? Не потеряли. Это хорошо. Главное, что людей не потеряли. Я уже даже погуглил чертежи на Строма. Хочу собрать свой грузовик. Корабль-грузовик. Жалко, тут нельзя делать какие-то типа автопилотированные миссии. Типа, например, сказать своему флоту: иди-ка заработай нам какого-нибудь ресурса. Сам переработай, сделай кофе и возвращайся. А, по-моему, такого нету. Айда гигантский рельсотрон, чтобы с одного выстрела выносить. Не факт, что вынесется на самом деле. Плюс к нему патроны нужны. Я с патронами не люблю общаться на самом деле. Эти патроны, они постоянно кончаются. Давайте ближе подойдем. Вот. Все? Вроде все. Так, давайте смотреть. Значит, я зачистил этот пояс. Теперь у нас еще одно задание по зачистке. Вот сюда. Идем сюда. Идем сюда, зачистим. Пока что все очень просто, потому что у меня довольно мощный корабль. Но я думаю, в будущем, когда будут 8-го, там, 10-го уровня корабли, вот это будет сражение. Это будет мясо, я бы сказал. Что у нас тут ждет меня? Ну, где ты там уже, боже мой, летит, пердит. Ну, понятно все, давайте кабину выносить и все. Пора стрелять, ребят. Ой, без оружия стали. А, да. Как-то очень быстро получилось. Ну ладно, это забираем. Так вот оно и бывает, знаете ли. Там у нас еще что-то есть. Что у меня там по внутренности? У меня еще куча места свободного. Я это, если что, все продам. У меня, наверное, 1200 уже. Может, на 100. Да. Ну ничего. Ничего, нормально. Я думаю просто, я поэтому не ускоряю процесс. Такой корабль обойдется в 1 000 000. Я это уже прочитал, я это уже осмотрел. Надо сейчас будет, когда все продадим, все задания сдадим, нужно будет поставить сюда буровые установки, хотя бы 2 штуки. Я не помню, сколько там персонал нужен, чтобы ими руководить как-то. Но, в общем, если они будут, можно будет ресурсы выковыривать. И корабли быстрее будут разбираться, на самом деле. Тут вот такое дело. Я даже не буду им говорить, куда стрелять. Пускай вот они развлекаются как могут. Пускай сами вот это решают там. Куда они будут стрелять? А что, это одноразовые ракеты, что ли, у них? А, вон они начали строиться. Ты посмотри, это ты что сейчас сделал? Ты глянь, какой ты интересный. А все, получается, сдох? Получается, сдох. Видали, он спрятался за камень. Это произошло случайно или специально? Если специально, мои аплодисменты. Так, ну и еще 2 точки, короче. Сейчас мы там все это... Ой, они даже немножко ресурсов повыковыривали. Так, теперь твоя очередь, дружище. Уж не знаю, что там. Да такая же херня. Убейте его. Построить огромную платформу со всякими перерабатывающими... Да-да-да, я хочу сделать... Берешь и делаешь станцию. Там с какими-то минимальными движками, чтобы она просто могла как-то передвигаться. И чтобы у нее... Можно даже без оружия ее сделать. Просто чтобы у нее были заводы по всему. И просто привозишь туда на грузовиках руду. Пускай она там сидит, перерабатывает. Потом этими же грузовиками забираешь и продаешь.
Это интересно было бы устроить. Вопрос только зачем? Какая итоговая цель? Создать неубиваемый флот? Я не знаю, убить все живое, все, что шевелится. Вот хочется... Так... Ой, по-моему, меня, вместо меня кто-то там бьет чего-то уже. Не трогайте эту платформу, она моя, это мое задание. Вы че, козлы, совсем охренели? О-ха! Он выхватил, смотрите. Ты сильный, да? Бризма дает дающая силы тебе. Походу, вот мой... я вступил в бой и все. Давай вот этого парня соберем, ему, наверное, тут обидно оставаться-то. Хорошо, когда большой персонал у тебя, штат, и он выходит и выковыривает из корабля все. Так, и теперь нам надо вот это собрать. И я буду рад... Это мы выполнили второе задание по зачистке, и теперь у нас уже разыскивается. Разыскивается тоже недалеко. Смотрите, как все удобно происходит. Я там не забил себе еще трюм? Еще пока не забил. У меня, по-моему, трюм больше, чем на станциях. Я не знаю, куда это продавать все. Ой, я еще ресурсы утащил с астероида. Черт. О, друг, ты где? Ребята, возвращайтесь домой. 9 человек за бортом. Давайте скорее, может, мы его перехватить успеем. 2 человека за бортом. 1. Все, поехали. Может, и правда сможем. Было бы отлично. Это тоже относится к заданию какому-то, чувак. Чувак, постой меня. Привет, Олег. Я его не догоню, но я надеюсь, что он просто развернется. В один прекрасный момент. Может быть, это тот, кого я разыскиваю, кстати? А, нет. Ошибочка вышла. Ладно, вынесем вот это вот. Тоже улетает. Чего вы все от меня улетаете-то? Я мирный кораблик. Просто большой. Я его не догоню тут. Даже нефиг пытаться даже. Вот. Ладно, вынесем вот это. Возможно, этот разыскивается. А эти просто блуждающие пиратусы. Так. У него куча брони. А где твое оружие? А, вон, в жопе, смотрите, ракеты в заднице. Реально, в задницу себе ракеты поставил. Какой интересный молодой человек или человечка. Ладно, я пробью тебе лицо. Все, покусечки. Вот смотрите, можно, по идее, сейчас отправить туда моих людей. Переправить какое-то количество ресурсов, и у меня будет еще один корабль. Но я хочу спроектировать свой корабль, поэтому я не буду брать вот это говно. Я хочу сделать космический добывающий грузовик. У меня еще куча места, просто потрясающе. А, походу мы все не соберем. Я забитый. Или соберем? Вы что, угораете? Все, я забился. Больше некуда складывать. Да. Ладно, и пойдем. Блин, на станцию-то надо не на ту идти, куда я хотел бы. И просто можно выполнить остальные задания, но я бы хотел их тоже собрать в трюм, понимаете? Я люблю коллекционировать свои трофеи. Так что да. Я же никого не забыл там. Все нормально, я никого не забыл. Это все время забываю кого-нибудь. Переживаю за людей моих. Так. Я очень надеюсь, ребята, что вы сможете... Сначала я попробую развернуться. О боже, я опять его жопой задеваю. Ну это капец. Ну я слишком большой, все нормально. Так, пока он там разворачивается, буду получать награду. 1, 2, 3. И репутация, соответственно, тоже растет за это все безобразие. Иногда, а иногда не растет. Здесь вот лимит 140, здесь 210. О. Грустно. Нахера это вообще выполнить задание? Так, Гиперий я не забираю. Я его себе оставляю. На 7000. Серьезно? Ты опять забита, что ли?
Ладно, давайте продадим все, что я могу здесь продать. Потом продадим на другой станции. Короче, я уперся в свой рейтинг. Мне надо в другую систему валить. Вот оно что, товарищи. Сейчас они все продадут. Короче, беда. Давайте выполним все задания здесь. Я продам сейчас. Тихо, вот не надо там убиваться. Сейчас продадим. Выполним задание. Я уж не буду тут собирать корабли. Мы поедем в другую систему после выполнения всех заданий. И в этой системе, может быть, будет что-то посерьезней. А где еще одна станция, ты говоришь, есть? Ну, я вижу только две. И знаков вопроса... Вот еще есть, но, может, это... Не, вряд ли это станция, на самом деле. Я думаю, что это не она. Ну, короче, сейчас попробуем сюда впарить. Может, тут есть места. Всем привет. У меня для вас есть всякая... О, я, по-моему, опять сам все забил. Черт. Ну, что за фигня? Ладно. Ой, я мискликнул. Так, давайте сразу всю ядренку продадим. Все, что нормально стоит, мы продадим. О, смотрите, 40 тысяч. Давай, забирай. Она говорит, что я должен стать жопой, наверное. Ой, извините, пожалуйста. Я знаю, мне самому тяжело разворачиваться. Извините, извините. У меня будет грузовик, я буду делать хорошо. Вот, другое дело. Че, еще что-нибудь заберешь у меня? Вы довольно быстро освобождаете трюм. Давайте все-таки я, наверное, им продам все. Вот у них как быстро уменьшается, вернее, увеличивается трюм. Мне надо все патроны продать. Мне они не нужны в таком количестве. Там кто-то еще, что ли, разгружается? Я сейчас вынесу эту станцию, не бесите меня. Куда это все впаривать? Куда мне это все? Это некуда. Только на постройку корабля. Походу, переработчики нужны для того, чтобы склад опустошить, то есть из двух сыровых делать один. Да, это понятно, Вазовский, но у меня же не... У меня сырья-то нету, у меня переработанные ресурсы я сейчас продаю. То есть, если бы у меня сейчас был грузовик, то было бы точно такая же ситуация. Я бы заработал кучу металла, переработал его в железо, и это железо стоял бы, пытался продать. Здесь, короче... Наверное, первые системы просто не рассчитаны на такие вещи. У них просто нету места, чтобы это все продать. Видите, я продолжаю продавать, они, я не знаю, куда они тратят это все. Ну, пожалуйста. Что-то освобождается. Я продаю, еще на 12 тысяч напродавал. И при этом у меня еще вот части фугаса, куча 80. У меня 200 этих гребаных стальных пластин, куча спиралей. Ужас вообще. Ну, купите у меня уже все. Ребята, пожалуйста. Я не знаю, кому это можно продать. Давайте валить отсюда, наверное, нет? Или пойдем уничтожать? Давайте пойдем уничтожать. Только я собирать их не буду больше. Хотя надо бы. Надо бы собрать. Здесь даже задания брать не хочется. Ну, что за фигня? 45 может взять стальных пластин. Ну, забери нахрен. Они мне нужны, 45 эти пластины. Сейчас будем выборочно из кораблей все выковыривать. Я придумал, как делать. Сейчас все это дело продадим. Вот, полетели сюда. Сейчас будем брать только процессоры и ядерное топливо. Они стоят хорошо, занимают мало места. И можно ими, в принципе, весь трюм забить. И кучу денег нафармить. Вот сейчас на этом гражданине космическом... Мы первое наше и пофармим. Я думаю, Вазовский, что разработчики либо к этому идут, либо уже можно построить свою станцию. Я пока не знаю.
Так, значит, смотрите. Выносим орудие и выносим... Блин, они движок расхерачат. Попробуем управление вынести ему. Вот где у них генератор, интересно, а? Да тихо вы... О-о-о! Все, угомонились незамедлительно. Вон людишки полетели. Так, вот смотрите, если внимательно глянуть на все эти обломки, можно заметить, что среди них почему-то нет ядерного топлива. Где ядерное топливо? Вы чё? Говнюки. О, беда. Малый гипердвигатель. Ну-ка, давай разберем. Странно, я не вижу ядерного топлива вообще. Это шутка такая? Обычно из них вываливается. Даже если разбиваешь реактор. Сейчас вот это вот дело расковыряем. Есть что интересного-то? Так, вот это берем. Вот это берем. И больше ничего не берем. Они, по-моему, сами там что-то потащили. Ну и все. Можно валить отсюда. Вот сюда. Кого там ждем? Давай уже садись в корабль скорее. Да все нормально в Азовске. Оно не должно уничтожаться. Оно должно летать в космосе, понимаешь? Вот. О! Ты мне нужен, друг. Я тебя ждал. Надеюсь, он толстый. Мы с ним долго посражаемся. Ребята, вы же не будете меня бесить? Давайте на перевес, на перехват. О, что там? Опять пупуська какая-то. Надо вот сюда стрелять. Если получится, и я не взорву ему реактор, то можно будет все собрать. По-моему, я его не догоняю. По-моему, тоже. Чувак, притормози, пожалуйста. Я там как бы преследую тебя. Или тебе насрать, да? Ох, хочется какой-то дальнобойный ор... О, притормозил. Так, стоять, бояться. Здесь людишки сидят. А, как бы мне его обездвижить-то? Давайте вынесем ему орудие. И вот это тоже. И двигатели тоже. Ой, нет, сейчас ну в реактор ж попадешь-то, иди. О, какая неожиданность. Какая нахрен... О, меня кто-то бьет, смотрите, в борт прям стреляет мне. Щит мой уничтожает. У него серьезные, значит, пушки. А ну-ка развернуться. Посмотри, как поливает, а. Да ё-моё, хорош ты... Ой, там еще что-то, подождите. Что у тебя? Лазеры, пушечка. Ой, да хер с ними. Давайте. Опять мне в тот борт стреляет, который и так уже пробит. Все, давай, пока. Вот. Хорошо идет. Ой. Ты что, спрятался? Ты что меня бесишь? Бесит меня сильно он сейчас. Ребят, встаньте сюда. Воу! А что такое? А можно? Кажется, у нас небольшая проблема. О. Мужики, вы же там не живы. Ага. Мне мешает какой-то другой корабль. Внезапное говно произошло, товарищи. С моим кораблем. Я не могу подчиниться.
Вот. И он горит, короче. А горит он потому, что нету огнетушителей. И мне интересно, есть ли у меня автосейв. Так. 10 минут назад был последнее автосохранение. И это очень плохо, потому что это откат на 10 минут. Ой, беда, ой, беда. Я не понял, короче, почему я взорвался. Такое ощущение, что меня, может, этих я не поставил. Серьезно? Сейчас, дайте посмотреть. У меня же есть огнетушители. Вот это шлюзы. У меня нет ни одного огнетушителя. Ну тогда по делу мне, так мне и надо нахрен. Как я мог забыть про них? Вообще ни одного. Серьезно? Что за бред? Это я их, походу, либо поставил и не сохранил, либо я поставил, потом мы умерли, я загрузился и забыл. У меня ни одного огнетушителя, я сгорел просто, понимаете? Сгорел корабль-то мой. Гребаный, сраный корабль сгорел. Да. Это, конечно, неожиданный поворот. Поставим 4 огнетушителя, чтобы не было никаких вопросов. Продал и пропил. Да нет, я вроде не пью, я не мог их пропить. Я точно знаю, что я хочу продать что-то здесь. Ой, у него он тоже ничего не продает, все понятно. Это та станция, которая переполнена, да? Да. Ладно, на этой прекрасной ноте нужно сделать паузу, я думаю. А потом мы полетим, наверное, в другую галактику, в систему, потому что надо, сейчас я тут все выполню, и потом свалим. Надо опустошить немножечко, чтобы ядерного топлива можно было поворовать, а потом уже можно будет сваливать. Да. Я даю папу, будем покушечки.